В 2017 году АКС представил новую стратегическую платформу «Найди свою силу», объявив войну надоевшим стереотипам о привлекательности мужчины и поставив во главу угла уникальность. Но где бренд может донести ярко и нативно до молодых людей свою основную идею? Как поймать эту диджитализированную аудиторию? Правильно, киберспорт, которым в России интересуется более чем 12 миллионов человек. Студия StarLadder — самая популярная в русскоязычном сообществе Counter-Strike Global Offensive. Эта игра существует уже около 20 лет, насчитывает по всему миру 30 миллионов игроков и около 4 миллионов активных игроков в СНГ. Зрителей, конечно же, гораздо больше. Несколько раз в год проводится мейджор-турнир, фактически чемпионат мира по Counter-Strike Global Offensive. Именно во время русскоязычных трансляций по Counter-Strike мы и искали свою силу. Интеграцию бренда AXE в трансляции мейджора можно условно разделить на две части. Первая — имиджевая, направленная на формирование узнаваемости бренда у целевой аудитории. Видеореклама в трансляциях, брендирование игрового процесса, специальная аналитическая рубрика после завершения матча, реклама, записанная с участием талантов и аналитиков студии StarLadder, с понятным юмором для аудитории и, естественно, посылом «Найди свою силу». Также плейлист на YouTube с записями лучших моментов игр, в которых игроки демонстрируют свою силу. Вторая часть — вовлечение зрителей в активности, предполагающие использование хэштега слогана «Найди свою силу» или «AXEGAME». Пользователи размещали свои фотографии в социальной сети ВКонтакте и в сети Twitter, после чего претендовали на получение цифрового подарка от организаторов. Сами фотографии, лучшие из них, демонстрировались в эфире между матчами. Эффект. Видеорекламу бренда аудитория восприняла позитивно, вплоть до появления локальных мемов, связанных с главным героем коммуникации Джимми Две Куртки. Судя по чату трансляции, зрители хотели чаще видеть эту рекламу в эфире. Пиковое значение. На финальной игре было 195 тысяч зрителей одновременно. Общий рекламный охват интеграции составил 4,5 миллиона просмотров. Найди свою силу! До встречи на следующих трансляциях!